то место, друзья, где мы сейчас находимся, называется Moss Landing. Moss – это как бы мох. Я не знаю, есть ли в этом смысл какое-то название, но вот так называется. А конкретно вот этот пятачок – это место, где люди на каяках как бы свой интерес к этому делу реализуют. Вот видите, у них тут прям так они с бережка стартуют. А вон там марина целая, видите, с катерами. Вот такое место называется мариной. Так. Помните, как в песне? Как подорванный на мине, о любви кричу к марине. Вот марина перед вами. Так, вот ребята тут каяки таскают. И вот если туда влево пойти, то прямо в океан можно уйти. Вот туда дальше. Не знаю, насколько им хочется именно в океан, но вот он с той стороны. А вон там, видите, стоит катер на колесиках. Вот так его спускают. Он к автомобилю там прикреплен. И вот, значит, автомобиль дает задним ходом. И он идет, 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 пока не придет в воду. И дальше уже всплывает. И тогда платформу из-под него укатывают, а катерочек сам идет на воду. Вот в подтверждение моих слов, я ничего не выдумывал. Тут вот все прописано про это дело. И вот они, катерочки. А вот, кстати, если чуть левее посмотреть, вот тут тоже лодочку спускают на воду, вот по такой наклонной плоскости. Вот она, марина. А там вот музыка играет. Видимо, какой-то кабачок. Условное название «Веселый каякер».